Так, небольшое вступление. Сегодня приехали 22 января 2017 года на Зайчика. Вот мой зять Валентин и друг его Денис приехали в первый раз с гончими на охоту. Но думаю, что, может быть, заболеют гончими. Песенка! Сейчас. Сегодня попытаемся взять зайчика. Это подготовка. Сейчас. Так. Пока зарядит, времени пройдет. Ну вот, напуск был 9:30. Набросили сейчас 12:10. Не можем никак поднять. Вот встал я. Нашли только свежий следик. Нашел. Вот. Песенка в палазе. Не знаю, сейчас не наманиваю. Может быть, потому что другого. По-другому работает. Ребят оставил я. Сказал им подождать. Вот, ну. Сейчас подожду песню. След свежайший. Объяснил ему, они в первый раз на охоте. Приобрели ружья, вступили в общество охотников. Ну, объясняем, как, что, где, как, что делать и где находиться. Но стрелять без себя не разрешил. Дадим погонять, потом подойду к ним, если подымет. И тогда уже объясню, как стрелять по технике безопасности. Так-то уже предупредил их, конечно. Ну, повторение мать учения. Лучше сказать, чем быть непонятым. Песня работает. Время подъема мы не слышали. Но сейчас слышим гон. Какая-то изморозь пошла. Дорога. Собачки мои, яркий гон. Проведет маленькая пяскольчика. Блин, надо туда идти в следы. Подтянуться. Туда пойдешь, он тут уже. Ладно, подождем. Он этими завалами пьет. Я там прошел, след его. Наверное.
Зайчишка вышел, полыжи ко мне. Наверное, я напуделял. Сзади гад вышел. Вот собачка до него доходит. Я посмотрю. Давай, напуделял или нет я. Вот он. Может, я поторопился прям выставить. Может быть. Может быть. Что, положи ко мне. Наверное, не попал я все-таки. Вот он скакал. Назад побежал. Собачка охрипла. Нет, наверное, напуделял все-таки. Ну, ладно, еще погоняй пусть. Перезарядимся. Далековат, конечно, от него. Но... Может быть, еще раз повезет. Да, что-то песенка замолчала. Ну-ка, обрежу. Может быть, зацепил все-таки? Посмотреть. Обрежу. А вдруг зацепил. Так, дробь легла, вот она. А, дошел! Дошел! Вот он, все-таки я не промазал. Все-таки не промазал, блин, ты смотри, а? Ты смотри. Нифига не промазал. Какая-то прух пошла у меня. Вот он. Дошел! Вот он. Вот он. Белячок. Стеганул я его, стеганул. Ага. И вот. И сам удивляюсь на себя. Просто поражаюсь своей меткости. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Песенка, доченька, здесь, здесь. Здесь, тут, иди, здесь, тут, вот, дочь. Во, тут, дочь. Во, доченька, во, иди, иди, трудовой зачишка, иди, песенка, во. Дочь, вот, песенка, во, вот он. Вот он, о, дошел. Все, молодец, доченька. Дошел, твой. Молодец, пивуля. Молодец. И хватило даже батареи. Эво как, все. Палочка не осталась, песенка. Молодец, спасибо тебе за охоту. Дошел! О-о-о! Стукнули 14:25.
выскочил неожиданно сзади. Песенка, ой, в отрыве в приличном. Пионька, вот я оттуда стрелял, мне песня. Через кусты. Через кусты. Я вот, не знаю, поразительно прямо. Ну ладно, всех гончатников, кто сегодня тоже добыл зайчиков с полем, сегодня, забываю числа, 22-го, воскресенье, января 17-го года. Пивуня, пивунька, вот он. Сейчас ребятам покажу, пока трогать не буду. Вообще, можно показать, я сам-то не знаю какой. Не потрогал его еще. Ай-яй-яй. Ну-ка. Вот он какой. Вот он. Зайчишка. Шалунишка. Ой, молодец. Ай, ха-ха. Молодец. Ну ладно, молодец. Спорим? Ну все, сейчас ребята придут, покажу.